саженцы яблони рождественные высаживают в открытый грунт весной, желательно в сухой, теплый день. Молодое деревце нуждается в регулярном поливе. Урожайность высокая, если правильно ухаживать за крупномерами рождественное, то есть обрабатывать от вредителей, удобрять почву. Преимущество сорта – обильный, ежегодный урожай, приятный, сладковато-кислый вкус плодов. Стойкость к погодным условиям и вредителям. Средний вес яблок – от 120 до 150 грамм. Мякоть ароматная, бело-кремового оттенка. Отличные вкусовые качества позволяют кушать фрукты без предварительной обработки, прямо с дерева. Яблони домашнее разгдествованное – это дерево. Важно, что яблони домашнее разгдествованное самобесплодный, обои полый. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.